Здравствуйте, дорогие друзья! У меня сегодня радостная и волнительная новость. Я наконец-то получила посылку, которая должна была прийти ко мне 11 числа, но по итогу пришла 7-го. 7-го. Сегодня 7-е. Была отправлена 5 числа из Ростова-на-Дону. Здесь, конечно же, растения. И растения, вы сейчас увидите, какие. Скрестим пальчики, чтобы они дошли не замерзшие. Ну, судя по размеру коробки, там утепления достаточно много. В общем, и страшно, и любопытно. Давайте посмотрим. О, ну и сразу вижу сверточки. Опа, я не понял. Тут их почему-то 4, а должно быть 2. Что-то я не вижу утепления. Просто коробочка и чтобы не болтались. Тут бумажечки. Утепления не вижу. У меня уже руки аж дрожат. Тем страшнее становится мне за их судьбу. Ладно. Ладно, ладно. Затаим дыхание. У нас, я вам скажу, в Москве по ощущениям, пишет прогноз погоды, минус 16. Жуткий снегопад. Я думала, это мне записка, а тут что-то просто бумажка использованная. Я думаю, это мне. Так, дальше. Стаканчик, в котором стоит другой стаканчик. Вот он. Стаканчик и даже с бирочкой. Ой-ой-ой-ой, сколько тут воды. Все мокрое. Антуриум форгетти. Не знаю, будет видно, нет? Антуриум форгетти. А где он? Что-то перевернутое. Он весь перевернулся. Вот он очень-очень мокрый. Ай. Ну, вроде, знаете, живой, не замерзший вроде как. Так. Что с тобой сделать, мой дорогой? Мокрый мох уберу. Стаканчик пока вот так вот отставлю. Конечно же, с бирочкой. И дам этому растению мох сухой. Вперемешку, наверное, с его мокрым мхом. У меня вот здесь есть как раз, чтобы далеко не ходить. Иди ко мне, мой маленький. Вот у него, видимо, вот это корешочки, которые там... Такие вот с мхом прилипшим. Ты мой зайка. Сломанный листик. Вот, да, он сломан. Ну ладно, ничего. Неприятность эту мы переживем. Так, пока не буду поливать. Здесь есть дренажное отверстие. Поливать пока не буду. Подожду, пока мой мох напитается от вот этого нижнего мокрого родного мха этого растения. Ну и посмотрим. На корнях же мох остался, вы видели, да? Немножечко мокрого мха, поэтому... Ох, 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 ох. Без утепления это, конечно, риск. Риск. Но кто не рискует, тот, как говорится, в лес не ходит. Следующий. Антуриум дорояки папилиланинум гуна яла. В общем, язык сломаешь. Как? Вот так. Тоже стаканчик. А в стаканчике другой стаканчик. Так. Смотрим. Оп-оп-оп. Тоже все очень-очень-очень мокрое.
Но благо растения сошли всего, сколько получается, 2 дня. Ты мой сладенький. И, видимо, в хороших условиях. Потому что если бы они оказались сейчас на улице, мне кажется, даже на полчаса, то это было бы уже труп. Ой, то есть друг, как в мультике. Мокрый мох я обернула в сухой и поставила в стаканчик. Поливать пока я не буду. Сами понимаете, почему. У меня, кстати, после прихода посылки и появления дома прошло уже 2 часа. 2 часа. Вот такой вот красавец. Гибрид. Ух, и еще 2. Я удивлена, еще 2. Почему еще 2? Должно быть просто 2, а не 4. Ой, ну тут, конечно, тут получше будет. Тут вон как прям стаканчик, стаканчик, еще стаканчик. Так. Ну, такой тяжеленький. О, здесь он в керамзите. Это гибрид. Антуриум папилламинум на магнификум и папилламинум гунаяла. Что-то такое впечатление. А, нет, это другой, нет. Я думала, что это повторение прошлого. Там вот тоже было такое сложное название. Ой, тут скотч даже мокрый такой, аж это просто отлепляется. И ватные диски тоже мокрые. Может, это была... Вот здесь корни видно, посмотрите. Вот тут вот беленькие. Это корни идут вниз. Красота. Красота, лепота. Вот так сразу поставлю в стаканчик. Интересно, интересно. Вот здесь тоже корешок проглядывает. Вот беленький вот здесь чуть-чуть. И все. Видимо, на полугидропонике, может быть, этот цветочек рос. И последний пакетик. Нет, или я уже достала. Все достала? Нет, не все достала. Нет, не все достала. Вот этот еще. Фух, честно, у меня аж дыхание перехватило. Я прям аж распереживалась. Из-за того, что не увидела утепление. Это моя тревожность. Да. С учетом того, что я сегодня еще замерзнуть успела на улице. О! Стаканчичек в стаканчичечке. Эй-эй-эй. Ну, давай. Тут тоже в амхе растет фаргетти дак на сильвер блаш. Сильвер блаш. Ой. Так. Секунду. Мокрый. Да, часть мокрого мха я убираю опять. Ой. Непонятно. Все понятно теперь. Берем сухой мох и аккуратненько вот так, красавчика. Так, где вот подписанный стаканчик? Ну, что-то мне кажется, большеват стаканчик. Что-то прям, наверное, надо взять поменьше стакан. Благо все под рукой. Так. Лишний мох убираю. И в стаканчик. Упс. Все. Единственное, что этикеточка нужна будет, конечно же, потому что я мало того, что не сильно там разбираюсь, в чем разница. Ну и, конечно же, они не отличаются сейчас какими-то видами и размерами и красотой листьев. Но в последующем, я думаю, что это будут чудесные, прекрасные, красивые растения, которые будут меня радовать. Потому что у меня есть антуриум кларинервиум,
по-домашнему Клара. У него лист последний вот такого размера, больше, чем моя голова. Хоть он и портит кончики листьев, но он прекрасно выглядит и мне очень нравится. Есть еще у меня антуриум небольшой, вот такого размера. Silver Blush. Вот так вот. Из-за большего количества серебра я его себе захотела. По аналогии с Кларой моей, как соседа взяла. Ну и вот еще 4 штучки антуриума. Мне радостно, что это не будет как филодендроны, которые растут лианой. Я бы не хотела. Эти растут кустиком, и думаю, что если их посадить несколько штук, то это будет достаточно пышный и красивый куст. Ой, все, надо выдохнуть и немножечко заземлиться. Потому что иногда некоторые события выбивают из колеи. Сначала было волнение, да, и неопределенно. Сейчас волнение и радость. Конечно же, хочется, чтобы все адаптировались, прижились. Надо придумать обязательно теплички. Вот, может быть, такие маленькие стаканчики я поставлю на первое время каждому растению. Потому что я не знаю, в каких условиях они жили. И, наверное, я уточню у девушки, стоит ли им делать тепличку. Хорошо, что все хорошо кончается. Спасибо большое за внимание. Делитесь, есть ли у вас такие растения, как они выглядят. Потому что в интернете я не нашла таких, ну, каких-то таких фотографий, которые бы показывали прям явственно, как это выглядит. Там много разных сразу антуриумов. Даже если ты вводишь название, почему-то много разных пишет. Ну ладно, показывает картинки других цветов. Будем ждать и созерцать красоту. Надеюсь, что никто не погибнет из-за моего ухода. Так-то они пережили доставку. Я так понимаю, что все у них будет хорошо. Сегодня, по крайней мере, точно. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. И до скорых встреч. Пока!